Александр Твардовский, памяти матери. Прощаемся мы с матерями задолго до крайнего срока, еще в нашей юности ранней, еще у родного порога, когда нам платочки, носочки, уложат их добрые руки, а мы, опасаясь отсрочки, к назначенной рвемся разлуки. Разлука еще безусловней для них наступает попозже, когда мы о воле сыновней спешим известить их по почте. И карточки им посылая, каких-то девчонок безвестно, от щедрой души позволяя заочно любить их невесток. А там за невестками внуки, и вдруг назовет телеграмма для самой последней разлуки ту старую бабушку.